Рома, как там Леонид Слуцкий к 10 минуте? Чисто визуально кажется, что волнуется. Ну, это не новость. Пока Бровки не выходил, в отличие от Жозе Кусейру, и ничего не подсказывал. Ибричич. Нет, не догонит мяч. Ибричич или все-таки догнал. Оставляет его в поле. Передача. Опасно. Офсайда нет. И гол. И гол. Владислав Игнатьев. Как-то индифференция вела оборона ЦСКА. И непонятно, как Игнатьев оказался один напротив Владимира Габулова. И неберущийся удар от перекладины, мяч влетает в ворота. Ну и гол сделал Синият Ибричич. 4-й гол Игнатьева в сезоне. Быстрый гол забивает Локомотив. Давай смотреть. Офсайда никакого нет. И как ни старался Игнашевич помешать удару Игнатьева, он уже был не в силах. Ну и какие можно предъявлять претензии Габулову? Да, пожалуй, никаких. Уж больно хороший удар получился у Игнатьева. Практически без разбега махнул Игнатьев. Так, и от перекладины в ближнюю девятку. Попало идеально, потому что, да, пусть и мяч чуть ниже, там был Богопулов, но в сторону это вообще другой разговор. Знаешь, как в боксе, когда один боксер бьет другого, вот, чуть-чуть открылся и получив челюсть. Вот сейчас было примерно то же самое.